У здания Харьковобленерго около 300 человек. Вход внутрь заблокирован пикетчиками. На парковке несколько троллейбусов. По словам собравшихся, все они сотрудники КП, Харьковские тепловые сети, Харьковводоканала и Горэлектротранспорта. Рассказывают, вышли на акцию протеста из-за информации об отключении нескольких объектовых предприятий за долги. Чтоб нас не отключали от электропоставки. Каждое несанкционированное отключение – это порывы водоводов, это аварии на линии. Как можно чинить это все? Как это можно выходить из такой ситуации? Люди хотят воду получить, воспользоваться коммунальными услугами, а им не дают возможность дать своевременно воду. Если транспорт станет, троллейбусы, почему бы подвезли? Если отключат троллейбусы, не будут ходить. Перевозки нарушатся? И как вы думаете? Нарушатся. Ну, дальше что? К чему это приведет? Столпотворению на остановках, в транспорте. В свою очередь, в Харьковобленерго подчеркивает, ограничить подачу электроэнергии были вынуждены, ведь уже около года покрывают долги трех КП из собственных резервов. Сумма задолженности ХТС, водоканала и Горэлектротранспорта за электричество превысила 700 миллионов. И с каждым днем ситуация ухудшается, говорят энергетики. Из-за неплатежей не хватает денег на ремонт сетей, ликвидацию аварий, а также выплату зарплат сотрудникам компании. Я не могу подготовиться к зиме. Я не могу выплатить вовремя заработную плату. Я не могу вести нормально свою эксплуатационную деятельность. Подчеркиваю, только из-за этих трех предприятий. Представители предприятий-должников утверждают, средств, которыми нужно рассчитаться за электроэнергию, нет. В КП ХТС говорят о том, что всему виной постановление Кабмина, согласно которому ежедневно списываются деньги на счета «Накнефтегаз Украина». В КП «Горэлектротранспорт» ссылаются на то, что государство не возмещает льготный проезд, из-за этого образовались долги. В водоканале причины многомиллионных долгов пока не называют, но отмечают, их много. Нам не перечисляют эти деньги государства, ни разницу в тарифах мы не получаем. Не получаем мы льготы и субсидии. Наши активы, которые у нас есть, «Обленерго» не желает их принимать как бы к сведению. Мы могли бы рассчитаться этими активами, но, к сожалению, «Обленерго» нужны живые деньги. Живых денег у предприятия нет. И в ближайшее время, если ситуация Кабмином не будет рассмотрена, у нас они не появятся. Государство выделяло средства, компенсируя эту льготную перевозку. И эти средства там путем зачетов попадало там, на счета Харьковобленерго. С 2016 года такой механизм как бы не работает. Я не могу сказать, почему это происходит. Вот в связи с этим накопился долг. Методы решения садиться за круглый стол и принимать те или иные решения в рамках законодательства. Тем временем в Харьковобленерго отмечают, ранее направляли письма руководству всех КП, неоднократно вели переговоры с мэрией. Однако данные обещания по решению ситуации и оплате текущих счетов за свет остались лишь словами. Долги трех предприятий растут постоянно, и возмещать их из своих резервов компании вскоре уже не смогут. А из-за неплатежей харьковских КП в городе может начаться настоящая коммунальная катастрофа, утверждают энергетики. Безопасность энергетическая Харьковской области оказалась заложниками трех предприятий города Харькова, которые находятся в полном ведении и управлении мэрии. Неделю назад у меня был личный разговор по телефону с мэром, который закончился очень, я считаю, положительно, конструктивно и словами, что мы за конструктивный разговор и решение вопроса. Однако прошло две недели, со стороны мэрии, со стороны водоканала, Горэлектротранса и теплосетей сдвига в части оплаты никакого. Тем временем в мэрии настаивают, что именно представители «Обленерго» отказываются идти с ними на контакт и уверяют, готовы к переговорам. Более того, предлагают компании «Обленерго» совместно обратиться в Киев, чтобы ситуация решалась уже на государственном уровне. Мы обращаемся в Киев все время. У нас нет остановки того, что мы не ведем переговоры с Киевом. Еще раз возвращаюсь, нам желательно такой партнер, как «Обленерго» в этом, ну я бы не назвал это, конечно, войной, но в переговорном процессе с центральными органами власти. А мы этого партнера не имеем.
То есть мы фактически оставлены один на один. Занимайтесь, нас это не интересует. В обладминистрации подчеркивают, ситуация находится у них на контроле и настаивают на проведении круглых столов с участием мэрии, руководства трех КП и компании «Харьковоблэнерго». Позиция областной администрации: ни в коем случае не должны пострадать люди. Если там идут какие-то отключения, это их внутренние отношения хозяйственные. Если отключены административные здания, которые не касаются технологии, нас это устраивает. Пускай «Облэнерго» так выясняет отношения. Но то, что касается людей, ни в коем случае стоит задача, это подчеркивает Игорь Львович Райнин, подчеркивает, очень акцентирует на этом внимание. Люди не должны пострадать. Вскоре, уверяет Алексей Белоцкий, представители обладминистрации инициируют еще одно заседание по ситуации с долгами харьковских предприятий за электроэнергию. При этом ХТС, Харьковводоканал и Горэлектротранспорт уже не впервые становятся объектами скандалов в Харькове. Ранее в отношении их должностных лиц прокуратурой области были возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». И следствие по ним продолжается. Лариса Говина, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».